Напомним, в июле в колонну автобусов с детьми чуть было не влетела иномарка. Внезапно она выехала навстречу. Избежать трагедии удалось лишь благодаря действиям сотрудника ГИБДД Александра Косолапова, который сидел за рулем патрульной машины. Он подставил свой автомобиль под удар. В результате в тяжелом состоянии он был госпитализирован. Сегодня Александр Косолапов восстанавливается после травм. В тот день дети ехали из спортивного лагеря «Баланкуль». Министерство спорта вручило подарки инспектору и зачислило его в состав спортивной сборной Хакасии. Вот этот случай, мы не раз собирались и общались, многие пропустили через себя, потому что так или иначе все мы являемся родителями. Еще раз хочу выразить вам огромную благодарность. Спасибо большое.